И в завершении выпуска коротко о спорте. Хоккейный клуб «Лида» вчера провел очередной матч в рамках второго этапа чемпионата Беларуси в экстралиге. На домашней площадке рыцари принимали аршанский «Локомотив». На протяжении всего матча шла равная игра, и личане постоянно вели в счете с разницей в одну шайбу. Однако в концовке матча гости сумели в течение 28 секунд дважды поразить ворота «Лиды» и удержали победный для себя результат до финального свистка. Итог поединка 3-4 в пользу «Локомотива».